Ну, первая игра, естественно, определенно какое-то волнение было связано с тем, что мы проводили первую игру. Во-первых, это официальная игра в рамках Кубка футбольной национальной лиги. До этого мы проводили только спарринги между собой. И поэтому здесь есть определенные нюансы, на которые, ну, мы обращали внимание и обратим в дальнейшем в плане разбора этой игры. По качеству игры, скажем так, мы провели два не совсем одинаковых тайма. Да? Первый тайм, ребята, которые вышли в первом тайме, не очень хороший был контроль мяча, и в плане содержания вот именно командных действий у меня большие претензии есть и игроков обороны при выходе из обороны в атаку, и большие претензии к игрокам средней части поля, где организующее начало от них должно было. Вот в первом тайме этого было очень мало. Эпизодами, но целостного впечатления не было по этой игре. По второму тайму, ребята, которые вышли во втором тайме, сразу картина резко изменилась. Стал контроль мяча хороший, контроль мяча осмысленных действий стало больше. Все. И претензии у меня, конечно, по реализации. В первом тайме Бирюков два момента имел, и имел во втором тайме момент. Хоть и забили мы 4 мяча, но забили команде, которая молодые ребята со второго дивизиона, которые хотели себя проявить и старались качественно сыграть. Все. Но тем не менее, здесь в плане реализации вот, нужно работать, и те моменты, которые были созданы, они должны более ответственно подходить игроки группы атаки к их реализации. Павел Петрович, насколько довольны вы действиями новичков команды и Димы Мичуренко, вернувшегося из Курска? Ну, новичками я доволен. Доволен очень хорошее впечатление по второму тайму произвел в центральной части поля Мустафаев, два молодых форварда. Ну, Дима, он возвратился к нам, Мичуренко. Хорошее впечатление по игре. Заработал пенальти и вообще по игре произвел за 45 минут Рощин в атаке. Дима Мичуренко забил мяч, еще имел 100% момент, который должен был реализовывать. Все, ну, все будет зависеть от того, как он отработает здесь на этом сборе, и от этого будет зависеть его дальнейшая судьба. Но надеюсь на то, что мы его заявим, и у него огромный потенциал, молодой парень. Надеюсь на то, что он будет прогрессировать и принесет пользу команде «Факел».